допустим, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я буду говорить только да. Мы выполняем самый жесткий, самый нереальный, самый сногсшибательный челлендж. Если не так мне скажет удалить стену 2 навсегда, то я должен буду сказать да. Если он скажет продать АВМ Спорт или Кербит Голд, я тоже буду должен сказать да. Тик-так, пожалуйста, не давай жестокие задания. Ой, братик, сегодня ты будешь очень много плакать, поверь ты мне. Нет. Уважаемые подписчики, я вам тоже даю мини-задание. Поставить лайк и подписаться на мой канал по-братски. Все, тик-так, я весь внимание, я готов слушать. Первое задание, пожалуйста, не жестко. Начнем всего лишь с того, что тебе нужно просто сейчас показать свой инвентарь. Ну, просто для начала покажите. О, да, это сюда, пожалуйста, смотри. Это, короче, мясо керпаки. Мы будем баловаться сейчас с твоим инвентарем. Так, это аркан, но их лучше не смотреть. Арканы лучше не смотреть. Покажи. Так, не надо меня пугать, Ну, помню это, ниже. Так, листаем. Ну, тут такое. И тут ерунда, видишь, тут такое. Кины с наклейками, покажи, какие у тебя есть вообще, мне так интересно. Ну, вот есть P350 Fury Spirit, есть вот, например, P90 Ronin, вот этот хороший скин дальше, есть M4 Revel. Нажми-ка на эмочку. Нахуй эмочку? Нажми M4 Revel, да, вот эту. Вот эту? Не, по которой правее, да. Смотри наклейки, они тебе не нужны. Смотри. Что? Мне они нужны. Они нужны, мне все наклейки нужны. Что ты сказал? Подожди, тебе же не нужны наклейки, правильно я понимаю? Да, не нужны. Нажимай кнопку стереть. Раз. Подожди, а что одну только стереть? Не мандо клеек. А подожди, помнишь, ты перед видосиком мне рассказывал про свою раритетную анкомоночку свою? Прогортай-ка вниз, ты мне рассказывал. Нет, чувак, не смей трогать, не смей трогать, иначе ты пропал. Покажи. Чё, ты адекватный, остановись, это уже не смешно. Вот она. Это не смешно. Вот она. Да ты это не смешно. Раритетная, ай-яй-яй. Чувак, да за шо? Что я тебе сделал, скажи мне. Нажимай. Не, просто это легендарно, ты понимаешь? Смотри, просто хедшот, так речь. Одну и все. Я потом обратно приклею. Стоп, подожди. В смысле подожди? Скажи, что теперь, а вы что сказал? Стирайся наклейки. Да за шо? Ты натренделся. Да за шо? 3 секунды тебе, если не страшно. Может быть, я был старт. Кирго за 0,3 секунды. Не-не-не, стирай. Тише, стирай. 1 секунда. Чувак, осталось. Тебе попа, готовься. Я тебе дам такие задания потом. Ты просто не представляешь. Хорошо, подожди, стой, что ты сказал мне? Выше пролистывай. Начнем с аркан. Арканы, чувак, ты адекватный, эти арканы по 3 стоят. Наклейки арканы сейчас будем продавать. Ой, слушай. У меня их нет. Выше сказал. Сейчас Кирго был. Ты серьезно, чувак? Не, Саня, это не смешно уже. Продать Кирго хочешь? Подожди, хочешь? Нет, громче, хочешь продать Кирголд? Так вот, если ты будешь много трендеть, мы осуществим твое желание. Стоп. Нет. О, First Warm, слушай, а зачем тебе 4 кицу? Ну-ка удаляй. Трендец. Два и три. Нет, стирай. Успел. Знаешь, почему? Да чувак, хватит уже, ты вообще псих какой-то. Что? Псих? Я псих? Хорошо, я псих. О. Нет, чувак, даже не смей. Даже не наводи пальцем. Подожди. Палец убрал. Я тебя откушу. Что? Откусишь? Нажимай, я сказал, быстро! Ты адекватный? Или сейчас ты Кирголд подашь. Эти клянусь, или Кирголд подашь. Нажимай. Наклеечки. Нет, стири. Что, наклеить хочешь новую? Эти наклейки для меня очень дороги. Просто это как мои дети. Это как мои 3 сына. Ты хочешь одно стереть? Ты не посмеешь это сказать. Минус сын. Панал. Давай, стирай, сынка. Это 1500 голды. Давай! Я тебя любил. Пока, родюля. Это все тик-так. Это еще начало. А что ты плачешь? Че, давай уже заканчивай. Подожди, вторую выбирай. В смысле вторую? Вторую выбирай. Куда? Еще одну? Считай сам до трех. Я просто закрываю глаза, считай до трех. Нет, раз, до пяти. До пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Оп! Стоп. А я уже стер. Как ты стер? Я уже стер. Ты офлиш? Чувак, смотри. Все, у меня уже больше нет, смотри. Я уже другие наклейки наклеил. Нет, я другие наклейки наклеил. Ты пока глаза закрыл, уже другие наклейки наклеил. Ах ты врун. Продавай аркану за 0,3 прямо сейчас. Любую аркану. Лиса, я тебе даю 5 секунд. Подожди, ты не соврал. Ты не соврал. Я отвернулся на секунду. Хочу вру, ты стрим-снайпер голимый. И тебя мышки не доводят всегда, поэтому можно. Ты не всю голду дашь, не ясно это? 3 секунды. Ладно, продай. Один. Продал, успел. Знаешь рубрику?
покупаю все скины, с которых меня убьют. Знаешь рубрику такую? Не, не знаю. Сейчас узнаешь. Я тебе хотел дать задание, покупаю скины, с которых у меня убьют, но в 10 раз дороже. Но из-за того, что ты нагрел, будет в 100 раз дороже. Сколько? Чё, ты вот достал, мне считать. Ты гонишь? Ты знаешь, какая это цифра? Ты хочешь в 1000, что ли, я не понял? В миллион! А если меня без скина замочат? Если тебя без скина замочат, откроешь кейс за 0.3 продаж. А если не подберут USP Genesis свой, прикинь? О-о-о! Это, зря ты его не снял, без рот. Пацаны, мой USP не подбирайте, не подбирайте его. Ты USP скинул, что ты делаешь, чувак? Они его подобрали? Кто подберет USP, тот говнюк. Ты что, собака? Оля. 4 раунда. Всё, чувак, я бегу за ним. Раунд номер один, так, брат. Ля, он скрины делает, смотри, одноклассникам завтра покажет, скажет. Ты рофлишь? Все нормально, изи. Слушай, мы тиммейт вообще ни одного не замочили. Сейчас по-любому, сейчас ты какой-то... Не-не-не, чувак, не-не, ты даже такое слово не говори. Сейчас все будет нормально, так? Смерч! Ля! Отстань, отстань! Один... Ну ладно, не твоя. Три... Два... Один... Тише, тише, пожалуйста. Да ладно. Да ладно! Твою налево не открывает, все, чувак! Сто раз дороже! Я ливаю. Чувак, подожди, это получается, он стоит 60 голды. 6к, он стоит 60 голды. За 6к голды скин купить? Да. Пиу. Переходи за них. Да куда? Опять? Быстрее. Мне кажется, ли ты хочешь последний раунд играть только с диглом? Назад быстрее возвращайся. Денег нет! Только с диг... А, ну давай тогда любой пистолет другой. Так наклейка немного, а? О, вот чувак, смотри. Все, ништяк, все. Не все, считается. Ножом. Ты сколько же раунд? Ножом играешь только. Чувак, ты нормальный? Нормально, давай хотя бы с диглом, пожалуйста. Давай, ладно, с диглом. А могу подбирать скины? Ты поднял скин! Ты взял в руки оружие, которое нельзя было брать. Ты купишь это оружие, окей? Окей. Пробитие. Слева есть чел. Но! Один кейс еще открываю. Увы. Скрейч, БН там 9. Чувак, он стоит дороже на 49 голды. Давай заку поставлю. Заку, ровно 6 косарей. Ровно 6 косарей. 6000 голды. Я хочу, чтобы вы знали. Я вас очень сильно любил. А тик-так? Говнюк сраный! Стрим снайпер. И мышка у него не доводит. Сейчас будем разбираться. Слушай, мне кажется, тебе как-то многовато голды. Сколько у тебя голды? Произнеси это вслух. У меня 22 серебра. Вообще нормально. У меня 3600 серебра. Все. Нормально. Не, голды сколько у тебя, короче. Говори. Голды у меня 22 голды и 59 копеек, и 59 сотых копеек. За это я тебе делаю жесткие задания. За что? Ты нормальный? Чувак, дай минус. Ну чувак, ну реально, давай нормально. Подожди, окей. Скажи, сколько у тебя голды? 225 тысяч голды. Все, сказал. Ну. А теперь ты готов потратить всю свою голду? Так, подожди, не. Смотри! Тебе сейчас, прямо сейчас, надо будет открывать Хэллоуин чарампаки 2020 года, пока ты не выбьешь лег. Это скам. Можешь столько голды потратить. Чувак, я тебя прошу, хотя бы эпик. Чувак, это скам. Нормально. 700 голды. Нормально. Ну, чувак, я тебя прошу, пожалуйста, ради семьи, ради меня. Эпик, просто скажи да. Если на Цуефа меня выиграешь, то эпик, давай. Цуефа! Опа. Пожалуйста, я прошу вас, эти Хэллоуин стикер паки. Я вас умоляю. Подожди, я перед Хэллоуин стикер паком становлюсь на колени. Ладно, пошутил, братик, куда ты? Да не перед тобой, тихонько, не буду я малый. Хэллоуин стикер пак, я тебя умоляю. Дай мне эпик, или легендарку, или аркану. Братья, Арканимус! Тик-такимус! В попимус хатимус! Откривимус! Аркана! Ой! Твою налево, ну и срань! Тебе вместе, а? То есть, как я понимаю, надо еще раз покупать, правильно? Конечно! Еще разок! Пацаны, если вы еще лайк не поставили, не подписались, ну вы тупо говнюки, я, блин, попу рву ради этого челленджа, ради этого видео. Мужики, лайк, подписку, сходу, братва. Пацаны. Поехали, братва! Я на метле полечу куда угодно. Не слушай, что ты какой-то нало сегодня? Я наглый! Шутки постоянно про меня какие-то шутишь. Да я какие-то легкие задания тебе даю. Давай-ка ты слушай. Так вот, чисто для развиночки, 5 кейсов Лего выбиваешь. Если не убиваешь 5 кейсов Лего, мы тебе даем такое задание, от которого ты просто посидеешь. И какое-то мне задание дашь? Ориджин кейсики будут, братишка. Они стоят по 2 голды. По 2 косаря! Я приеду к тебе в Гомель и лично зайду твой аккаунт. И голду, что там обратно. Слышишь, ты адекватный? Короче, нам надо просто выбить легендарку, правильно? О, чувак, как легко!
А, легко? Понял. Только Лего. Пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, если еще будет Лего, я сдоначу и куплю Лего даже в Brawl Stars. Да блин, чувак, опять это... Братанчик, что тебе могу сказать? Готовь попку. А зачем будет попку готовить? Потому что она будет гореть сейчас, очень сильно. Просто смотри. Пау! Я закрываю глаза, я закрываю глаза. Я открываю, там будет легендарка. Повезло! Как? Чувак. У меня чисто последняя попытка. Кидился по единому сахалом, голове ближе. Ща будет легендарка, я чувствую, ща будет легендарка. Чувак! Я взял последнего! Мне это не нравится. Мы дадим такое задание, это трындец. Не понял. Какое еще задание? Продать весь инвентарь. Что? Весь твой инвентарь. Чувак, ты слишком наглый. Не, подожди! Если тебе нравится, ты продавай. Не хочу, я люблю мой инвентарь. Подожди, ты хочешь продать инвентарь весь свой? Весь свой инвентарь. Ты хочешь продать его? Громче. Да. Скажи, я хочу продать весь свой инвентарь. Конечно же, я хочу продать весь свой инвентарь. Мне непонятно, почему ты такой наглый сегодня. Я решил тебя проучить. Продай для начала вот эту какую-нибудь, допустим, ну вот Лего, допустим, вот эту, которую ты вывел последнюю. За 0.03. Не за фулл прайс, а за 0.03. Чувак, а тебе не кажется, что это уже перебор? Я уже и так много чего сделал. Я сегодня голды потратил. Что? Очень много, очень перебор? Много. Перебор? Закрывай, я на все равно продам. Покинул инвентарь, мы так не договаривались с тобой. Не понял, что ты скипнул. А ВМ спорт в подвале мне показалось там лежало. Вы да какой ВМ, чувак, ты гонишь? Выше, я говорю. Я играю с этим, с ВМ Power Knight. Ладно, выше давай. Выше. Оп, стоп. Ой, блин, не туда! Стоять! Обратно. Или блин, ну слушай, ну Фомас Фьюри, он такой вот красивый скин, золотой. Нажимай на него. На Фомас Фьюри? Ты серьезно? Нажимай. Продать. Чувак, 200 голды. За 0.03! Чувак, ты меня дашь эту голду? Считай 5 секунд. 5, 4, 3, 3 2, 2, 1. Монтажер, включи грустную музыку. Продавай. Покажи всем историю продаж, что все видели, что ты продал. Что же это же не фейк? Продаж историю. Продал. Продал какой-то точки. Слышишь, это ты из фейка. Это не я, алло. Ниже. О, стоп. Выше. Еще. Ты серьезно? А, подожди, давай начнем с таких вот скиночков. Ну, допустим, вот G-командик. G-командик, нажмем на него. Ты серьезно? Нажми, говорю. Чувак, мне еще плохо. Быстро. Чувак, это 1400 голды. Я прощаюсь с моим другом, G-команд NCATIC. Ты был мне как брат, ты был мне как сын, я тебя любил. Не будем долго, ну, как бы, выпендриваться. Просто прощай. До трех, это было больше, чем G-команда. До трех. Один. Просто скажи, это шутка. Два. Скажи, что это шутка. Три. Где? Стоп, это шутка. Ставь за 10 голды. Да чувак! За 10 голды ставь. Все, продолжай. Просто трындец. Ты что думал, я шучу с тобой? Просто трындец. Просто фу. Просто фу. Что фу, алло? Что фу? Это еще только начало. Это начало только, братик. Это только начало. В смысле только начало? Готов? Готов? Это только начало. Заходи на свои ножи, покажи мне еще ножи. Еще ниже. Ну, давай не будем мерить. Мне уже плохо, мне плохо, мне сердце. Давай не будем оттягивать то, что будет по-любому. Подвинь свою вебочку, подвинь ее, отодвинься. Отодвинься вот так вот. Не, чувак, это уже реально уже не смешно, ты уже не перебарщивай. Да я не ров, давай, заходи на кирхолд. Ты думал, я пошутил? Заходи на кирхолд. Давай, не могу, без шуток. Ооо. 0.03. 0.03. Поставить на закуп. 4. Все, поставил. 3. Все, чувак, подожди, продавать? 0.03. Давай. 0.03 ставь. Давай, значит, ставлю. Ты за... Все, не, я за это прямо сейчас. Да чувак, я ставлю 0.03, ты сказал! И на покупку поставил запрос! На продажу надо было. Я думал, на покупку надо было. Сейчас за это мы еще. А, сейчас нужно продадим после этого. Давай, нажимай. Чувак, не, это уже не смешно, я же говорю, вот такие видео. Это просто трындец. 0.03, давай. Раз. Не, чувак, ты мне больше не друг. Это просто трындец. До 5. Это слишком жестоко. До 5. Давай, 5. Один. До 5. 2. 3. Так. 4. Так. Я забыл цифры. Стой, подожди, наведи сначала, наведи. Отодвинь свою камеру, чтобы все видно было. Отодвинь свою камеру. Наведи на цифру создать. Да, я сейчас хлопну в ладоши, и ты продаешь. Готов? Раз. Два. Стоп!
Это пранк. Это пранк, правильно? Это пранк? И ты же адекватный. Это не пранк. Это пранк. Хотя мне просто аккаунт сейчас отдашь свой. Я так подумал. Ты мне сейчас просто свой аккаунт отдашь. Я так подумал, зачем мне кому-то сливать за 003? Если я, можно, если я могу просто забрать свой аккаунт, твой аккаунт. Ну, давай мне логин и пароль пиши ВКонтакте, прямо сейчас. Я сведу на твой аккаунт. Пиши логин и пароль быстрее. Что ты смотришь, алло? Давай, это... давай. Не, чувак, это уже не смешно, это уже не смешно. Так, вот логин написал. Так, логин. Заскринил, так, так. Заскринил, давай. Заскринил, заскринил. Блин, это просто трындец. Так. И вот это пароль. Чувак, ты мне после этого больше не друг. Так. Уважаемые подписчики, я развел тебя на аккаунт! Уважаемые подписчики, просто прожмите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если вам жалко кента. С вами был Кентуха. Тик-так. Тик-так. Тик-ток, тик-тик. Короче, тик-так. Всем пока.